Всем трем доброго времени суток, это канал Boring Дмитрий или Скучный. Ой, скучный я. Да уж, куда же тягушка. Ну что, продолжаем наше неторопливое, казуальное, ленивое прохождение игры. Игры. Пал World. Напоминаю вам про лайки, извиняюсь за свое сопение. Отдельное громадное спасибо Помидорка Вячеславу, Зекет, Эксп и Ноунейм. Они знают за что. Ссылка на донаты в описании под видео. Обратите внимание на эту абсолютно голую зеленую жопу. Знаете, что самое смешное? У Лилин жопа-то голая, а вот у ее предшественницы там были вполне себе адекватные шортики. Мне интересно, вопрос, это специально такое упущение или нет? Еще не такое. Ой, че развернулся? Так, ну ладно. Ну чё, вот оно, как выглядит. Вот это вот рудник номер два, блин. Вот это вот дура. Ну, он типа ширше. Вот я его тут вот так построил. Здесь поставил стеночку. Ну, типа, знаете, чтобы пыль не летела и все такое прочее. Ну, как-то решил, что так будет правильнее. Бахнул тут такую платформу под него. Тут лестница. Тут тоже лестница. Ну вот. Немножко побегал, поохотился. Чуть-чуть. Вчера. О, вчера. А, ну да, вчера получается. Поохотился. Вот эту точку. По-моему, вот. Вот эту вот еще. Кстати, ермутает. Забавно получилось. Сейчас, секундочку, где он тут. А, во. Смотрите. Владыка Мари старательный, владыка Мари спринтер. Ну прям вы что? Ну вообще. Ну вот эта тварюшка прям. Уже прям сплошные эти бонусы. Ну, в итоге уровень, кстати, поднял. У меня технологии. Я, кстати, решил себе качать все-таки вес. Ну, я посмотрел на ОЗ. Там у меня плюс 5. 1750. Да вроде нормально. Один хрен все держится на щите, по большому счету. Пока щит есть, то я норм. Как только он исчезает, это здоровье, по-моему, вообще большой роли не играет. Ну, то есть, поэтому я решил вес прокачать. У меня там сколько? 47 еще сколько? 4 очка. 48, 49, 50. А, еще 3 очка получается, да? Ну, 48, 49, 50. Еще 3 очка. Ну, вот как раз 950 тысяч. Ну, так сделаю. Вот. И технологии. А что мне тут надо? Вопрос великий. Невероятный. А хз. Что-то надо. Это там все уже по большому счету. Да, этот пулемет я в итоге убрал. Потому что-то я так смотрел, смотрел на него. Смотрел, смотрел. Что с ним делать? И надо ли вообще с ним хоть что-то делать? Ну, можно его сюда, кстати, поставить. В общем-то. Пулемет на эту. Вышку. Как вы это делаете? Ты, блин, специально туда подлетел, а? Ну вот зачем? Ну зачем ты туда подлетаешь? Ёперный театр, а? Ну просто и стал. Все, и стоит, смотрит. Ну, чё? Чё? Он опять мешает. Я просто офигею с этих двоих, блин. Нет, встает и все, стоит, смотрит. Идите оба отсюда, а. Что с вами не так-то, блин? Стоит здесь. Пусть будет. Так. Может, однажды я все-таки увижу, как он шманяет. Я пытался к ним прикреплять разных существ. Что-то как-то не ахти они. Прикрепляются. Так, теперь по поводу технологий. Технологий. Очки древних технологий. Ну, можно, конечно, в принципе, антикварный туалетный столик качнуть. А что мне здесь осталось? Алтарь для призыва. Хорошо. Базе сильно упало. Очки таланта.
Вот электроинкубатор, 5 очков. С ума сойти. Нефиг не надо. Тоже не очень понимаю эту самонаводящуюся фигню. Вот, немножко потренироваться и сам попадаешь. Ладно, пусть будет. Давайте его бахнем. Где он тут? А где? Вот это же, да? Сейчас, секунду. Антикварный туалетный столик. А, ну да. Давайте его куда-нибудь. Да, смотри-ка. Ладно, окей. А, кстати, еще один забавный момент, на который мне добрый эх указал. Огромное спасибо, сам бы я не заметил. Че, не то, что не заметил. Вот, кольцо сдерживания. У меня там было видео с названием «Самое лучшее кольцо для поимки». Видите, в чем прикол? Мне там написали, типа, кольцо... В комментарии было кольцо, типа, а кольцо сдерживания за 30к, что-то там такое. Я не понял, у меня это кольцо сдерживания прокачано. Плюс у меня как-то отложилось в башке, что вот я на него навелся. И, типа, видите, кольцо миротворца. Я как-то так, типа, кольцо сдерживания за 30к, чего? Какой нафиг 30к? Думаю, чего 30к? Ну, я написал, типа, я такого еще не находил. Нет, вот оно, все правильно, я про него и говорил, получается, про кольцо сдерживания. То почему оно 30к, я так и не знаю, стоит, что ли, столько? Или его где-то купить можно за эти деньги? Ну, может быть. Я свое лично прокачал, так что да, если вдруг чего, вот это кольцо, я имел в виду, что это лучшее кольцо для поимки палов. А то, мало ли. Ну, там получилось довольно забавное недопонимание. Так, слушайте, а давайте прокачаем железные постройки приколы. Или пени топор качнуть. Тоже, кстати. Набор для строительства металл. Или кровать качественную. Тоже, в принципе, можно. Седла. Нет. Это не надо. Палопиринокт. Полрейберт. Холодильник не нужен. Двуствольная уже не надо. Ермунтайд я ездить не буду. А, ну вот легендар. Кстати, а чуть носить? Давайте легендарную сверку очнем. Ой! У меня штурмовая винтовка давно уже есть. А чё я? Большая потолочная лампа. Умпа. Умпа-лумпа. Умпа-лампа. Меч. Спасибо, не надо. Электрический стол фармацевт. Нужно, кстати, вот его сделать. Позволяет стать более сложным снаряд. Давайте его сделаем. Вот как раз. Так, и теперь, значит, во-первых, у нас сфера, да, их забрать тут надо. Так, и я так понимаю, у нас теперь появились ультрасферы. Это вот эти. Теперь у нас появились легендарные сферы. Это представление для поимки палов. Невероятный эффективность, лишь единицы могут вырваться из его. Нихуху себе требования. Что там надо? Углеродное волокно. Оно где делается? Нет, не здесь углеродное волокно. А... Углеродное. Здесь же? Углеродное волокно. Давай, клепайте. А здесь мы пока древесный уголь закажем. Термитеатр. Опа, разрешить... Чего? Разрешить палом транспортировку? Здрасте, приехали. А разве это было раньше? Ничего-то не обращал внимания на эту галочку. Это новая галочка? Или это я, как обычно? Да, блин.
где должно быть еще три стрелочки быть. Давайте тыщенку закажем. Даже разрешить по транспортировку. Вот тебе раз. Что-то. Одно из двух. Или я в упор не видел раньше эту строчку, или это что-то новенькое. А это везде? А здесь нету. Сотни три. Сколько там три сотни есть? Ну вот еще три сотни. Вот так. Четыре сотни закажем. Ага, то есть где-то есть разрешить транспортировку, а где-то нет. А где еще есть разрешить палом транспортировку? Вот здесь есть? Нет, здесь нету. А, нет, есть, вот. А подожди, а может там тоже было, что я не заметил? А, да, вот же. Фу ты. Жопа слепая. Ну, это нормально. Что поделать. Да, ты там сейчас везде. Выставим, разрешить, по-моему, транспортировку. Ну, а что? Так, вопрос. А вот с этой штуки они транспортируют или нет? Ну, видимо, они и так транспортируют. Мне думается. Так. Здесь нет. Здесь тоже нет. Там транспортировка есть. Тут. Так. Я вот думаю, может, поубирать это все. Это же у нас что такое? Это же верстак? А, это примитивный верстак. Тогда... Опа. Вот, а сюда мы бахаем... Электрический стол. О, как раз. Идеально легло. То, что надо. То, что доктор прописал. Ну, тот верстачок пусть будет. На всякий случай. Мало ли. Пусть лежит, пусть присутствует. Ну, давайте, ну. Да, наборчик побольше. Снадобья очистки памяти. Можно... А, сбросить очки персонажа. Ну, такое. Такое. Не то, чтобы прям сильно нужное. Так. Ну, десятка, а чё мне с этой? А чё с ультрасферой? А почему слиток рафинированного металла исчез? Ага, растратил. Чё, сколько можно этих суперсфер бахнуть? 35. Дайте 30. А, цемент еще. Какая скорость? Йо, первый театр. Секундочку. Нет, знаете в чем? Не надо. Пусть отсюда ничего не транспортируют, ну его нафиг. Я сам. Я сам. Так, патроны 500, 300, все, это есть.
Угу. Тут что у нас с яйцами? Я в прошлый раз их немножко повылуплял здесь. Ну, те, которые уже понятно, кто там будет. А дракона еще. Тяпайте. Раз, два, три. Четыре. Давайте. Четыре. Раз, два, три, четыре. Опа. Есть того. Прикинь, кончаются. Невероятно. Таки дошел до счастливого момента. Когда они все-таки кончились. Хорошо же. Халасом. Так, что у нас тут? Гумас, не повезло. О, огромный яйцо дракон. Ну давай, уги. Да, здесь кто? Дважды. Да. Раз, два, три. Четыре яйца. Да. Да. Два, три. Да ладно, что, яйца кончились? Совсем-совсем? Да, смотри-ка ты. И впрямь кончились. Значит, скоро верхних удолю. Надо будет, значит, опять запихивать кого-нибудь. Ну, не кого-нибудь, а нубисов размножать в очередной раз. Бухи и пенгинга туда запихивать. Сколько у нас, кстати? Там, там. 33 тортика. Ну, в принципе, нормальное количество так-то. Сколько можно? Один. Что тут можно? Что с мазарина, блин, это? Херней мается. Музя, это все нормально? Мне кажется, что нет. Мазарин. Мастеровитый. А тут же... Так, мазарин. Даже у нас на одну уже прокачано. А еще есть мазарин? Я же их собирал, по-моему, да? Да, они где-то были. Точно были. Только в упор не вижу. Мазарины. Мандарины. Мазарины, мандарины. Мандарины, мазарины. Где-то они тут есть. А, во! Возьмите полковую сейсмостойкость. Да. Уж. Да ладно, успеем еще. Куда эти яйца не денутся? Никуда они от нас не денутся. Но кто-то, видимо, молоко пьет очень активно. Из наших. Кстати, надо по-хорошему, надо вот здесь. Ого. Камень 2300. Это что за прикол? А, это когда производство отменил. Угу. Ничего себе, блин. Что я тоже смотрю, что за хрень. А вон в чем дело. Ну ладно, сейчас донесем, ничего страшного. Сейчас тогда надо будет переночевать, дойти дальше. Обследовать локации. Я заказал тортик. Надо будет еще одну мазаринку тогда сделать. На, как-нибудь мою мастеровитую выцепить, да. Ну а что? Ага. Выцепить, допустим. Уже будет еще одна. Пирожное ады. Ну что ж, один так один. 34 тортика. Так, кто у нас там еще что закончил?
все. Легендарная сфера. Отлично. И порох сверху надо еще заказать. Что ж вы их бросаете-то, паразиты, а? Ладно, ждем ночью. Можно, в принципе, вместо одного жука поставить гусю. В общем-то, вполне себе спокойно. Ни одного пенкинга отрядить пока в размножение. Так, что у нас там по ремонту? Чуть надо ремонтировать, нет? Ну, в принципе, ой. В принципе, ой. Тогда пошли пока сюда слетаем. Да. Закажем еще рафинированного металла. Да, здесь вот видите, тоже как стоит. Все обнесли. Какая прелесть. Да, давайте рафинированный металл отсюда заберем. Зеленая. Ух ты. Как-то я там что-то зеленое пропустил. Я ж вроде всю эту обошел. И вдруг здрасте. Умираю. Падаем, 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 падаем ниже. Ниже! Грейся уже. Получается, моя вот эта вот, ну, вышка, да? Она не сказать, что сильно высоко. Нужная кучка лежит. Ай, не долечу. Взлет. Ну слезай давай, ну что ты прилипло жопой-то. Так. Пошли. Однажды я дойду с этим страшным грузом. Или нет? Так, опа, опа. Поспим? Пе. Пе, пе, пе. Во сне там лечение есть какое-то, я не помню.
Да, есть. Ну, отлично. Не знаю, поспал. Так. Ну что, пошли гулять? Или нет? Чел, давайте. Вышибем одного. Так, военачальник. Толстокожий. Иди гуляй, толстожопый. Так, Буся. Буся, ты где? Пошли. Бусь, ты у нас мальчик или девочка? Не вижу. А, мальчик. Так, теперь нужна девочка. Пенкинг. О. Че это ты? Не, чувак, отстань. Рано еще. Нечего тебе продавать. Я отсюда. Так, ты кто? Ты мальчик. Нет, это, к сожалению. У нас тут нереальный мир. Еще один мальчик. Это в реальном мире. 50 с лишним гендеров. О, девочка. Пошли. Пошли, девочка, в размножение. Нет, не со мной. Вот с этим красавцем мужчиной, с котами. Ну, я прям вижу, как вы размножаетесь. Ой. Прям видно, с какой страстью вы занялись этим безобразием. Так, ну чё? Сюда? Ну да. Да, сюда. Сюда, да, сюда. Сейчас тогда быстренько сразимся. А раз уж мы все равно здесь. Важный момент. Это не Лин-Лин, не Лилин или Лин-Лин, как правильно. Главное, не грохнул случайно, как в прошлый раз. Или это не ее грохнул. Все, отстоять атаку. Ладно, мы тебя такой поймаем. А так? Так, лучше. Упертая попалась. Бонус к опыту. 6 есть, 4 осталось. Отлично. Мелочи приятно. Ну. Иди нахрен, орущий. Эрмурк или как там тебя. Все, отстань. Так, куда нам? Вон туда. Эрмург. Вкусняшка ты наша, блин. Ну, из эрмургов там что-то вкусное получается. Вкусно съедобное. Так, яичко. Яичко берем. Что они у нас кончаются? Сейчас, конечно, ребята мне там анубисов наклепают. Как из Пенкинга и Буси получается анубис, а? Пенкинг, Буси, анубис. Пенкинг, Буси, анубис. Да. Загадочка. Так, он же где-то тут пасется, да? Я же ничего не это. Я же не перепутал. А, ну почти. Почти. А, ну вот он. Дракончик, конечно, забавный, но в плане полета. Именно с точки зрения практичности. Наш, как-то там, Найтвинг его уделывает на раз-два. Ой. Ай. Что ж ты на меня так пристально смотришь?
Сказал отставить. Все, грохнуть еще. Спасибо. Так, куда дальше? Дальше у нас... А давайте мы спустимся вниз. Да, вот тут даже что-то лежит. Пойдем от моста в сторону. Пожалуй. Флоппи, гуляй. Поздравляю со спасением. Автобусе не нужно уже их только на продажу. Ну, если бы они мешками по 10 штук лежали, еще можно было бы заморачиваться. Так. Ну шо, полетели. Обследовать этот край. Островочка. Что тут есть? Чего тут нет? Ничего тут нет. Яичко есть. Вон там внизу. Это с кого там бесплатная вода капает? Так, большое. Большое. Ну, нет, скорее всего. Там бат какой-нибудь. Ну да. Статуэтка. Слушайте, по-моему, все-таки нет. Вот на этой вершине. На этой вершине вроде не были. Да, вон зеленая что-то бултыхается. И это хорошо. Хорошо, хорошо. Отлично. Давайте сюда телепортажку возьмем. И будем дальше двигаться. Спокойно, не торопясь, не пихаясь. Не толкаясь. Телепорт у нас где-то, где-то... А, вон он. Рядом с телепортом сплошные ребани. Флоппи, извиняюсь. Флоппи, да? Давай, вали их. Ибо нифиг. В конце-то концов. Так, ну нет. Тут уже ничего собирать не будем. О! Здорово, мне. Ты мне нужна. Мелкую-то за что? Весело тут. Все друг друга бьют. Полная неразбериха. Да.
Ну, вроде все. Вроде всех яростно победили. Валим. Чего? Ой, иди ты в этот самый. Куда подальше. Да-да-да. Отстань, толстый. Так. Да-да-да, очень больно. Как ты меня напугал своей жуткой атакой. Так, что тут еще есть? Так, вижу. Вижу, что здесь когда-то были записки. Забавно, видимо, я их забрал. Когда только успел. Маленькая душапалла. Душапалла. Научиться бы еще где-нибудь душепалов делать. Когда покупаетесь. Как же вас, блин, тут много, а? Какие же вы надоедливые. Робин Пил, будешь открывать? А я не буду. Би-би-би, отстань. Ух ты. А, варсект. Ха-ха, прикольно. Вот их. Ареал обитания, видимо. Опять же, не то, чтобы они были сильно нужны, но приятно, что я его таки нашел. Ой. Выносливость, чучу. Вперед. Еще один проход. Так сказать, условно официальный. Варсек, ты чего вас тут так... А, Робин Квилл, извиняюсь. На один хрен. Чего вас тут так много? Отстань. Не хочу я с тобой драться. Че у нас время тратить? А это кто такие? И это что-то новенькое. Да, слушайте, прям... Губфин. О, агрессивные. Ага. Ну, желтые, по-моему, их надо ловить. Один есть. Губфин, мы подошли из-за угла. Губфин, ты много на себя взяла. О, вот и потерявшись. Ой, какая няша злобная. Ну-ка еще раз. Огромный и сильный в древности этот пал был вынужден перебраться на сушу из-за недостатка пищи. Ходьба потребовала много энергии, поэтому со временем он стал таким маленьким и слабым. Вспыльчивая акула. После активации направляется к выбранному врагу. Я такой-то мощный навык, водяной выстрел. Пока находится под рукой, повышает силу атаки игрока. Такое. Я все-таки кошетник. Так что у меня пока катресса. И вложено в нее дофига. Доп-допочек. Так, и что у нас получается? Ага, угу. Ие. Сейчас тогда вот этот остров, да, обследовать, да? Ну да, и можно, кстати, к той бабочке слетать боевой. Почему бы и нет? Так, сейчас. Нет, стой. Все-таки я говорю, вот Найтвинг с его способностью просто постоянно летать, в отличие от того же дракона, который ходит. Это, конечно, имба-имбовое в плане перемещения. Как, надеюсь, не пофиксит. Честно, очень надеюсь, что не пофиксит, потому что иначе будет, ну... Ну что, обидно будет. Так, я вижу пещеру.
Пышеру я вижу, пышеру. Ну что, давайте заглянем. Так, сделаем отметочку. Пошли. Заглянем в подземелье. Посмотрим, что там есть. Что там нет. Красиво. Эй! Ну-ка! Наглей. А то сделаю больно. Этот раз прибьешь, догонишь. Так, что-то у нас еще есть. Ой, что ж ты так? Разумный. Не стал вылезать. А то б его тут сейчас и того. Что, налево пойду? Давайте сходим. Что ж поделать? Вдруг там в сундучке будет что-то. Поймал. Катрессу поймал. Там, знаете, не хухры-мухры. Тут у нас должны быть... О, еще одна. Моя. Почти идеально. И в сундучке у нас, ну, хотя бы серебряный ключ. Перекур небольшой. Большой перекур. Ладно, с этим разобрались. И теперь что у нас? И теперь что у нас? Ага, Green Light. Green Tail, сорян. Green Tail. Green Light, Green Tail. Нахрен разница. То, чтобы он был мне нужен. Сука! Падла. Ну и чё? В кого? Катрес-то в кого стреляешь-то? Просто гнида паскудная. Ну нет, я в принципе знал, что они его атакуют, но я не думал, что это прям так идеальный тайминг такой получится. Может, все-таки успею. А, тут тупик вообще. Эх, Гринтейл, Гринтейл. А мог бы быть рабом переработанным. А теперь будешь просто трупом. Ужас. Вечное пламя, генетические исследования. Башня Вигелантов. Вигелантов. Башня Вигелантов.
Звучит как-то пошловато, мне кажется. Что-то среднее между вагиной и гантелями. Вигиланты. Катарас. Не попал. А где Катарас? Да ничего ж никто не атакует. Минус один. Минус два. Минус три. Бухгалтерия. Так. Нет, не пошел. Минус 4. Ох, как же утомляет эта работа в бухгалтерии, кошмар. Наконец-то. И кто у нас здесь? О! Ха! Новенький. Ну, давайте. Не вылезай, парень. А то тебя тут разорвут. Ну, отлично. Гопфины. Гопфины, русалка. Они, если честно, не пара, не пара, не пара. О, два сиреневых. Наконец-то. А то все сиреневый жёлтый, золотой, сиреневый, золотой. В инвентаре нет места. Приехали, блин. Мясо и морда. Приятного. Кого еще можно съесть? О, еще одно облако Дайзи. Хорошо. Чертеж. На чертежи? А, ну это зеленая, правда. А что, зачем ничего съедобного не осталось? А, ну вот металл можно, кстати, удалить, да? Однозарядная винтовка. Вот это что ли? Кстати, особая. Кстати говоря, между-то прочим. Это надо будет глянуть. В обязательном порядке. И я счету. Штурмовую-то винтовку так не сделал. Что-то... Так. Давайте тогда сделаем следующее. Так как мы здесь, по факту, уже... Давайте дойдем до этой. До этой. Вон до той. Флоппи. Флоппи, шмоппи. Что-нибудь зеленое видно вдалеке? О! Ай, как хорошо! Ух ты! Ай, караул, падаю. Ай, это что за пещерка? А-а-а, это Кализаби, что ли, она ведет? Может быть, кстати. Сейчас, погодите. Так, еще одно яичко. А на нее места нет. Такие дела, блин. Так, ну стрелу тогда удаляем. Отстань-то. Угу.
Так. Отвяжись. Так, стоп. Подождите. Давайте-ка быстренько домой метнемся, а то вот... Я сейчас заманаюсь. Всем спать. Я спать, сказал спать. Так, это сюда. Сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Сортировка. И это. Сюда, 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 сюда. Нет! Сюда. 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 Так. Дорогие нашему сердцу и выше. Ну, не нашему. Торговым. Так, подожди, нет, металлическая, подожди, чертеж металлической брони 1. У нас какая броня сейчас? У нас, по-моему, уже это. Да, это рафинированная. Тогда металлическую нафиг. А вот однозарядная винтовка, это может быть интересно. Так. Так. Вот. Это у нас, соответственно, идет. Сюда. Так. Это мы забираем. Грозовая тучка. Делаем вторую. Ага, они стакаются. Отлично. Они стак. Так, стоп. А, винтовка. Нет, стоп. Винтовка это не здесь. Сейчас, секундочку. Во-первых, грузить лишнее. Так, порох. Бам. 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 Теперь. Дельфины, русалка, козёл и капуста. А чё? А я не могу уже этим пользоваться? А кто у нас лекарство делает? А, вот. А, ну вот. А, ну ладно. Вот оно тогда его потом и сделает. Так. Так, подожди. Броня это же тут или тут только оружие? Нет, тут только оружие. А где броня делается? Не помню. Нет, стоп. Мне и оружие надо. Все правильно. Винтовка, да, вот, заряд. Ух ты, спасибочки. Берем. Вы что, шутите, что ли? Ой-ё. А чё ж она такая быстрая-то, а? Резкая, дерзкая. Нет, давайте поспим. Это надо поспать. Хорошо. Уже кто-то что-то сделал. Когда успел, неизвестно. Но выполнено. Угу. Помогай. А. Понятно. Хорошо, там у меня 1100, а тут 1650. Вообще шикарно. Это еще мы синюю не нашли. Или какую-нибудь эту легендарную, блин, кстати говоря. То есть еще раз. 1650 прочность 2000. 1100 прочность 900. То есть прочность 1600. На 550, в полтора раза, короче, мощнее. Снаряда, ага. Так, ну эту тогда продаем, наверное. Да, эту в продажу. Так, а вот чертеж пока оставим. Да, чертеж пока оставим. Все-таки это такой чертеж. Пока что нужный. Пока что. Ой.
Так, и что еще? А, винтовка. Да-да-да-да-да, винтовку я хотел посмотреть. Ну, сейчас дойдем. Эй, уханем. Эй, уханем. Так, я хотел посмотреть винтовку. Винтовку, винтовку. Вот она у нас, да? Нет, вот она у нас. А, 320, 220. Слиток рафинерного металла, полимер, бла-бла-бла. А это что? А, сферомет. Ну нет, сферомет лесом. Патроны, вот они, да? Рафинированные. Рафинированные. Ну, везде нужно рафинировать. Так, ну тогда что, от дробовика избавляемся, я думаю? Да? Да? По сути. То есть, так. Так и так. Угу. Ну да. Амулет атаки, что он тут делает? Нафига мне тут амулет атаки? Не знаю. Ну, он слабенький, так что на продажу. Трошки к ней. Так, штурмовая винтовка. Сколько? Полтинчик, да? Это 105 на 5, это 250 патрон. Как это выглядит? Понятно. Ну что ж. А вот и штурмовая винтовка. Двадцать патрон, правда, всего. Ну да ладно. Значит, надо будет заморочиться потом после записи еще немножко с рафинированным металлом. Ну, притащить его с той базы. Так, ладно. Пусть пока они делают. Сейчас давайте там все-таки закончим. С этим вот моментом. Я же хотел вот эту Элизаби бахнуть. Или ладно, хрен с ней. На следующий раз оставить, в общем-то. Можно. Еще нет. Да, давайте ее на следующий раз оставим. Главное запомнить, что вход к ней. Я так понимаю, она не здесь. Она вот, видимо, вот, ну и под землей надо пройти. Это, конечно, не очень хорошо, на самом деле. Мне такое не очень нравится. Ладно. Сейчас тогда... Давайте на ту базу. Или нет, вы что? Что я сделал, что не сделал? Все же правильно? Вроде ничего не упустил. Вроде нет. Вроде бы нет. Ну ладно. Тогда на ту базу. Ладно, я пока тут с металлами буду разбираться. Ну а вам, народ, всем огромное спасибо за просмотр. Напоминаю, что ссылка на плейлист, на дискорд и на донаты, все это в описании под видео. Извиняюсь за свое сопение. Всех, кто ждет сюда смотрел, обнимаю. Парни хлопают плечу, девочку в щечку. Увидимся в следующей серии. Pal World. Безоговорочная форева. Как-то так.